Как вам такие писсуары? Прямо возле красной дорожки. Вы что, значит, позаботились о людях? Еще же приходится все время держать дверь. Уже она в закрытом состоянии не находится. Шпингалет украли еще до стройки. Она все время норовит показать тебя миру. А так как по прихоти строителей все эти туалеты почему-то смотрят лицом на трассу, плывут пароходы. Привет, мальчишу. Что-то сделать с туалетами. Мне говорят, ну как ты можешь рассказывать со сцены про туалеты? Как? Могу. Могу, потому что это главный признак страны. Какие общественные туалеты, такая страна. Понимаете? Почему никому не пришло в голову начать с туалетов? У нас строят такие огромные стадионы, а я езжу по стране, извините, некуда сходить. Мы единственная страна, ну кроме еще нескольких социалистических республик, где остались вот эти вот халабуды, мы и жо, с дыркой в полу, понимаете? Вот этот жуть это, понимаете? Это же можно выставлять на Кристис, на Сотбис под названием «Как древние какали», понимаете? Оторвут с руками. Come on, man.